Прощайте, елочки. Вот так вот вас уничтожили. И также уничтожают леса Сибири у нас. Нормальные елки были. Они такие же стоят и сбоку, и сзади дома правительства. Но эта власть все выкорчевывает. Им ничего не надо в этой жизни. Дедушка Ленин стоит. Видел бы он, что эти изверги творят тут. Посмотрите. Это у них норма. Посмотрите, какие елки. Фотографии размещены на сайтах. Очень хорошие елки были. Да. Больше у нас проблем нету, нечем заниматься. Нас надо в лесах Ставрополя порядок наводить, и они здесь ерундой занимаются, ну сколько шишек. Да, очень жаль. Ну вот елка стоит, что им не устраивает? Посмотрите, какая красивая елка. И чем она болеет? Ну там есть сухие обрезки, что построили. Очень сожалею.